На соседних стендах Samsung Electronics и LG Electronics представили своих новейших роботов-компаньонов с искусственным интеллектом. Новинка Samsung — сферический желтый робот по имени Балли — заняла центральное место во время демонстрации 5 сентября. Робот продемонстрировал свои персонализированные услуги в рамках мероприятия, которое компания назвала «Шоу Балли». Во время презентации Балли старательно следовал за своим демонстратором, быстро реагируя на различные команды. Робот, оснащенный проектором, вывесил на стену изображение рекомендуемых туристических достопримечательностей, когда его попросили порекомендовать несколько мест для посещения в Берлине. LG Electronics представила на мероприятии свой собственный автономный робот AI Home Hub. Он оснащен колесами и технологией автономного вождения и продемонстрировал целый ряд эмоциональных проявлений с помощью своих экранных глаз, включая подмигивание и улыбки. Робот LG продемонстрировал свою универсальность, реагируя на голосовые команды, такие как переключение в спящий режим, после чего он выключал свет и желал пользователю приятной ночи. В других демонстрациях робот создавал истории на основе рисунков, сделанных пользователями, и предоставлял краткое содержание книги после распознавания изображений на обложках.